Да иди сюда. Дорогие друзья, я вас приветствую. Как вы относитесь к дождю? Вот у нас сейчас в данный момент идет дождь, и я стараюсь всегда выйти и пробежаться под эту погоду. Вечер, дождь, и, конечно, иди сюда, сладкий пес, иди сюда, залезай, залезай. Вот, это собака Марта. В первую очередь гуляю ради нее, потому что, ну, зимняя шуба, а летом-то как-то охлаждаться нужно. И вот собака Марта, комары, дождь. И мы с вами вместе, дорогие друзья. Вот так. Это напишите, любите ли вы гулять под дождем. Под дождем гулять так классно, потому что так мало людей любят дождь. Они все сидят дома. И можно сказать, весь лес в нашем распоряжении. А почему комары все время летают, Марта? Дорогие друзья, это еще не вся информация. У нас проблемы с интернетом. Поэтому прямые эфиры просто переносятся, скорее всего, на будние дни. Я ведь вам обещал, что на выходных будут. Ну а раз проблема с интернетом, просто сделаем выходные дни. Также из Симферополя выйдут новые ролики про Петю и компанию. Также вы узнаете про нового Гуленьку, который появился у нас. А мы с собакой Мартой, иди сюда, просто пожелаем вам хороших выходных. Это на случай, если не свидимся. И хорошей следующей наступающей недели, да? Да. О, видите, какой дождь, что собаке Марте можно вот такую прическу делать. Ну, покажись, покажись друзьям канала. Все, дорогие друзья, помните про дождь. Дождь — это прекрасно, это начало жизни, это капли, это жизнь всему живому. И дождь нужно любить. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. О! Да, дорогие друзья, дождь, дождь. Дождь, пусть дождь всегда будет в вашем сердце, в вашей душе, да. Марта! Дорогие друзья, больше вам дождя, радости, счастья, и пусть все у вас будет хорошо. Мы с вами обязательно увидимся на этом канале, и пусть все будет хорошо. Не прощаемся. Хотел сказать, скоро увидимся. У нее ведь, видите, зимняя шуба. И, конечно, в такое жаркое время дождь — это, ну, просто как райский глоток свежести. О, вот так. В первую очередь выходим из-за собаки Марты. Ну и второе, просто дождь — это целая жизнь.